Проект строительства Чебоксарского планетария одобрила первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной Думы Валентина Терешкова. С такой новостью из Москвы сегодня вернулся спикер республиканского парламента Юрий Попов. Эскизный проект будущего Чебоксарского планетария готов. Место под его строительство тоже определено. Парк имени Андриана Николаева. До начала серьезных масштабных работ не хватало одной детали – одобрения легенды космоса Валентины Терешковой. Рада и удивлена, комментирует инициативу чувашских властей депутат Госдумы. Я, например, горячо поддерживаю восстановление и развитие связи. Считаю, что это на пользу и ярославцам, и чувашам. Как вы считаете? Даже очень. Космонавтика связывает нас очень близко. Вроде ей была. Есть. И вот именно вот эту идею нам подала Алена Андреевна, и мы с радостью восприняли. Не только мы, весь народ. Валентина Терешкова уже в ближайшие дни готова встретиться в Ярославском планетарии с чебоксарскими архитекторами, чтобы на месте обсудить плюсы и минусы, внести в проект возможные коррективы, в Чебоксарском звездном доме учесть и исправить ошибки Ярославского. Такие объекты не часто строятся, они редко, и тем более люди, которые уже строили, они знают, как быть, как строить. И она согласилась быть нашим координатором. Это для нас, для народа Чувашии, не только для Чувашии, наверное, всего Приволжского федерального округа, это важно. Первая в мире женщина-космонавт предложила при работе над объектом отталкиваться не только от личности космонавта номер 3 Андриана Николаева, но и от культуры и истории чувашского народа. Подумать, в чем воплотится национальный дух в архитектурном оформлении планетария или внутреннем дизайне – задача проектировщиков. Проект хороший, и если вот учесть пожелания, то это будет замечательно. Считаю, что это очень хороший будет подарок к юбилею города и юбилею образования Чувашской республики. В последний раз в Чувашии Валентина Владимировна бывала в начале 70-х и с радостью приняла приглашение Юрия Попова вновь вернуться в Солнечную республику. Планируется, что это произойдет в День республики. Я хочу воспользоваться встречей и возможностью, но прежде всего передать самый добрый, самый горячий, не только привет, но и пожелание всему чувашскому народу. Потому что в моем сердце сохранились очень добрые воспоминания о поездке в Чебоксары. Ольга Панова, Евгений Анисимов, Республика Москва.